Итак, час X для родителей настал. Распределение мест в детских садах состоялось. Всего их в дошкольных учреждениях Самары больше 4000. А в очереди стояло больше 3000 детей в возрасте от 3 до 7 лет. Детские сады в Самаре комплектуются по единому регламенту, утвержденному Министерством образования и науки. Сам процесс полностью автоматизирован. Программа сканирует заявления из единой очереди и распределяет их по свободным местам. Заведующие детсадов и родители в процедуре не участвуют. Как распределяется место? Четыре показателя. Прежде всего, это дата регистрации заявления, то есть дата подачи заявления. Второй показатель – это наличие льготы первоочередной или внеочередной. Их вообще всего 21 льгота. Полное количество лет по состоянию на 31 августа текущего года и направленность группы. Все эти данные родители должны проверить на едином портале образовательных услуг, при необходимости внести изменения через МФЦ. Распределение через программу занимает не больше часа. Потом к работе приступит специальная комиссия, чтобы разрешить спорные ситуации, исправить ошибки. Далее информация поступит в детские сады, и уже их сотрудники должны будут сообщить родителям в течение 10 рабочих дней о том, что их ребенок зачислен. Дальше родители могут согласиться, либо не согласиться. Ведь в заявлении, которое находится в этой системе, родители указали 5 детских садов в порядке приоритета. Если родитель соглашается с предоставленным местом, то они теперь уже идут в детский сад, соглашаются на детский сад, и статус их заявления меняется на статус из статуса направлен в статус оформления документов. Иногда родители не соглашаются с результатом. В прошлый раз отказались от места 750 человек. В этом случае нужно в течение 10 рабочих дней обратиться в МФЦ и переоформить заявление, чтобы снова встать в очередь. Если этого не сделать, заявление автоматически выбывает из списка распределения. Единая очередь и регламент значительно все упростили, это признают и родители. Младшая дочь Максима Жарикова идет в детский сад в этом году. Максим вспоминает, 8 лет назад, когда отдавали в сад старшего ребенка, ждали очень долго. Испытав, что старшую дочь мы ставили почти в 2 года, и это было намного, очень проблематично, что с младшей дочерью, как только мы получили свидетельство о рождении, мы сразу стали на очередь в садик. Очень много проблем снялось, и очереди, конечно, подсократились в детские сады. Младшая Ульяна пойдет в тот же детский сад, в который ходила ее старшая сестра. Родители снова запасаются нужной одеждой, волнуются, но главный этап – зачисления уже позади. Места в детских садах будут распределяться и дальше. На сегодня нужно распределить еще 1500 детей. Этим через 20 дней займется специальная комиссия. Олеся Корецкая, Сергей Баскин. События.